75-летнюю годовщину Великой Победы, когда люди делятся фотографиями и историями своих дедов в социальных сетях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил опубликовать фото своего деда-ветерана, которого тоже звали Никол Пашинян. Как передает Охиас, со ссылкой на Русимир.ком, под публикацией премьера Армении, сразу же появились комментарии о том, что Никол Пашинян-старший в 1943 году воевал в рядах нацистской Германии, а именно, в легионе СС Горегин-Анжде. Причем целый ряд армянских СМИ находили этому подтверждение. Например, Ереван Тудей, чью информацию перевело на русский Магнус Невс, в материале под названием «Сотрудничал с врагом, погиб», данные о Николе Пашиняне-старшем. На сайте memorial.ru, где указаны данные погибших, пропавших без вести, погибших во время Великой Отечественной войны, ищем данные опубликованного Никол Пашиняном человека, и сайт выдает следующее. Представленные премьер-министром Армении, данные о Никол Пашиняне-старшем и данные поискового сайта совпадают, где отмечается, что Никол Вартанович Пашинян родился в Армянской ССР, селе Янакован, в 1913 году, умер в 1943 году.